Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы, наверное, знаете, Диего Мартин зарегистрировался в социальной сети ВКонтакте. Вот так вот выглядит его страница. Здесь он разместил уже кое-какие фотографии. Вот буквально свежее сообщение за сегодня. Здравствуй, семья. Как можно себе представить, я получаю много вопросов для папки входящие, ну то есть в личку ему многие пишут. Я постараюсь ответить, но помните, что я не говорю по-русски. Пожалуйста, используйте Google Translate и отправьте сообщение на английском или испанском языках. Спасибо. Я постараюсь получить ответы сегодня. Ну, здесь идут фотографии, видеоролик и так далее. Я не очень понимаю политику Диего Мартина, то есть, как вы знаете, он регулярно блокирует всех тех, кто пытается писать ему в личку в Телеграме. Ну, понятное дело, что когда 14 тысяч человек хотят ему написать, задать какие-то вопросы, у него просто нет на это времени. Но зачем регистрировать, собственно, создавать страницу в социальной сети ВКонтакте и просить, чтобы тебе писали в личку, вот это мне не очень понятно. То есть в Телеграме, значит, ты против, чтобы тебе писали в личку, и ты всех блокируешь, а ВКонтакте ты не против. Ну, немного непоследовательная политика получается. Также Диего Мартин создал свой официальный канал на Ютубе и опубликовал видеоролик 16 августа. И давайте посмотрим этот видеоролик с русским переводом. Моя дорогая семья и друзья, я здесь у Plaza de Toros записываю для вас видео. Как вы уже видели, Кристина Сантос послала имейл, в котором говорилось, что мы скоро будем звонить директорам и приглашать на собеседование. Это новый старт работы компании. Как я уже повторял много раз, август – наш месяц. И скоро мы начнем полноценную работу. Я прошу вас проявить терпение. Нам нужно терпение, поскольку мы хотим сделать нашу компанию компанией номер один в MLM-индустрии. Я пока еще не в Дубае, как вы видите, я в Мадриде, но уже скоро я буду в Дубае. Поэтому сохраняйте спокойствие, проявите терпение. Скоро у нас будет лучшая в мире компания. Я сделаю все для этого. Наша компания будет лучшей на рынке. Спасибо всем, друзья. Спасибо за ваше терпение, за ваши слова благодарности, за все. Все это было бы невозможно без вас. Благодарю вас от всего сердца. Благодарю вас, скоро увидимся. Всем пока. В чате Диего было опубликовано краткое резюме того, что Диего написал на 18 августа. Итак, обзор новостей от Диего за 18 августа. Диего приветствовал свою семью и пожелал хороших выходных. Несмотря на выходные, технические работы не прекращаются. На выходных нет никаких новостей, но вы все видите работу, это важно. Это про работу Диего имеет в виду, что как раз некоторые директора получили сообщение на электронную почту о том, что планируется собеседование. Диего дальше повторил: август – это начало работы компании, и самая сложная часть реорганизации завершена. Проводить реструктуризацию нелегко, делаем все, что в наших силах. Это все равно, что построить большое здание за 3 месяца. Но я хочу напомнить, что вообще-то реорганизация началась уже год назад, когда на конференции 23 августа Рабало с Гилабертом выступили и объявили, что компания будет разделяться, от Квестри отпочкуется Леонора Свис, а от Агам отпочкуется Файвинс Asset Management. И что? И год уже прошел, и реорганизация все идет. А Диего тут говорит, что да, мы стараемся, мы все быстрее. Это все равно, что построить большое здание за 3 месяца. У вас год был на реорганизацию. Люди думают, что делать реструктуризацию легко. На самом деле это сложнее, чем создать компанию с нуля. Ну да. Сначала надо было разделить компании, потом надо было обратно компании вернуть. Конечно.
Насчет дат вывода. Я никогда не сообщаю дат. Все вопросы относительно инвестиционных портфелей будут решены после завершения реструктуризации. Будут ограничения по выводу средств. Инвесторы получат официальные новости от руководства компании о размере лимитов, и все новости будут озвучены на официальном сайте. Следующая моя поездка будет в Дубай. У нас много работы в связи с перестройкой, причем Диего использовал прямо русское слово «перестройка». Ну, кстати сказать, это слово стало известно благодаря горбачевским реформам в 80-е годы, и действительно это русское слово стало популярно даже на Западе, многие его знают. Со мной поедут Кристина Гилберт и Виктория Санзана, моя команда. То есть, я так понимаю, они поедут с Диего в Дубай. Я с вами, моя семья. Ваши деньги в безопасности. Август – это новое начало. Ну и как вы можете видеть, уже есть краткое резюме сообщений от Диего за 20 августа, то есть за сегодня. Итак, сообщение от 20 августа. В выходные я провел со своей семьей. Здесь я возвращаюсь к еще одной семье. Ну, то есть все участники чата для него же семья, поэтому он имеет в виду это. Подождите еще немного. Если будут изменения, я сообщу. Работают несколько отделов, не покладая рук. Мы почти у цели. Представьте, сколько сообщений я получаю на Фейсбуке, ВКонтакте, здесь в чате. Я не могу отвечать всем индивидуально, поэтому прошу не писать мне в личку. Спрашивайте меня в чате, я отвечу, и мой ответ увидят сразу все. Ну, Диего, ты какой-то весь противоречивый. Создаешь новую страницу ВКонтакте, тратишь время, тебе туда начинают в личку писать, тебе на это надо отвечать. При этом ты пишешь, прошу не писать мне в личку. А зачем тогда страница-то создается? Да, я знаю, что все хотят уже стартовать, я тоже хочу, но нужно подождать. Мне нравится эта работа. Дело даже не в деньгах, а в том, чтобы творить историю и делать людей счастливыми. Ну, насчет творить историю, пока, насколько я понимаю, господин Диего еще никакую историю не сотворил. На дворе у нас вообще-то 20 августа. То есть на две трети августа уже прошли. До конца августа осталось всего 11 дней, полторы недели. Как ты там, мистер Диего, собираешься творить историю за полторы недели? Для меня большой вопрос. Мы стараемся ускорить работу. Процесс идет своим чередом. Это наша работа. Ну да, люди год уже выплат не получают. Вы уж как-нибудь там ускорите процесс. У меня железное терпение. Вот прямо так и написал. Iron Patience. Я не знаю, как я оставил работу. Я жду своего ребеночка. Ну да, мистер Диего у нас беременный. 9 месяцев должно пройти, чтобы ребеночек родился. Август еще не закончился. Да, осталось целых полторы недели. За полторы недели тут горы можно свернуть. Есть новый проект. О, видели? Это интересная информация. Вот там один человек спрашивает. Новая монета какая-то? Наподобие. Это один из наших проектов, которые мы задумали. О, если все получится, у Квестры будут 2 клиента. Вот это я не понял, что за клиента. Там customers. Что за customers у него? Там 2 клиента каких-то. Идея в том, чтобы послать имейлы директорам в этом месяце. Да уж, пожалуйста, а то директора заждались. Они-то вообще-то уже в Дубай думали, что уже к середине августа съездят, но вот уже 20 число, а никак не доехали. Кто-то его снова пригласил в Турцию, Диего написал. Я уже говорил, что отец моей тети из Турции. Для меня важно посетить все страны. Шаг за шагом мы продвигаемся. Спросили про здоровье Рабала. Рабалу лучше, принимает таблетки. Мы уже расслабились в плане его здоровья. Ну, типа, здоровью Рабала ничто не угрожает, наверное, это имеется в виду. Скоро вы получите на почту приглашение на собеседование. Для тех, кто не знает, как они проходят, первый день проверка лояльности, письменный тест и затем полиграф. На следующий день вы проходите у меня обучение, я проверяю ваши слабые стороны. И вот один участник спросил, а зачем нужен тест на полиграфе? Ответ, это делает Кристина, мы проверяем. Храните ли вы преданность компании? Вон оно как. И человек вполне резонно пишет. Мы год сидим без выплат. У меня дети. Что я должен делать? Диего отвечает. Я понимаю, Никас. И мы стараемся все сделать быстрее. Ждем, как и все остальные. Да.
Только ты-то с наемной работы совсем недавно уволился. Сейчас, наверное, на зарплату жены живешь. А те, кто были лидерами квестера, уже год без выплат сидят. Год! Извините, на какие шиши им надо существовать, оплачивать свои счета у некоторых семьи и дети? Вот человек пишет, мы год сидим без выплат, у меня дети, я что должен делать? На милостыню идти просить или что? По вагонам метро, я крутой лидер квестры, я не имею права продвигать другие компании, подайте мне на хлеб на пропитание. То есть с точки зрения Диего так получается? То есть если ты год сидишь без выплат, ни-ни, не имеешь права продвигать там что-то еще, мы тебя на полиграфе будем проверять. Вот вы, господа, которые готовы Диего там целовать ему пятую точку, вот вы считаете это нормальное отношение, что он прекрасно знает, что люди, инвесторы, лидеры год не получают выплат, не могут ничего вывести, а он от них требует лояльности. Как это вы имеете наглость продвигать какие-то другие компании? У нас великая компания, она номер один. Она была бы номером один, если бы выплаты были нормальные. А сейчас, извините, это лохотрон номер один, когда люди больше года выплат не видели. Еще один пользователь написал, некоторые люди говорят, забудьте про квестеру и агам, они закрылись и уже не восстановятся, и начали продвигать новую компанию. Диего отвечает, у них будут проблемы. Диего, у 630 тысяч инвесторов уже год как проблемы, потому что вывода нет. Мы делаем изменения в системе, добавляем больше языков. Красота! По-моему, весь последний год инвесторы только и наблюдают за кабинетами, что там какие-то изменения в коде якобы происходят, какие-то платежные системы подключают, только выплат как не было, так и нет. Если компании не возобновят работу, зачем мы все это делаем? А непонятно, что вы делаете. Делаете, да, какие-то что-то там меняете, но вывода так и нет. Еще раз повторю, мы позвоним директорам, как только будет возможно. Мы используем свои критерии. И помните, проблема в том, чтобы иметь встречу со мной. Я, правда, не понял, в чем проблема. Типа, он, наверное, как в компьютерных играх, босс там какой-нибудь, самый страшный. Ответы почти на все вопросы есть в сообщении, закрепленном наверху. Пользователь спросил, можем ли мы встретиться с вами в Мадриде? Диего отвечает, у меня нет офиса, я официально еще не работаю. Я пишу в чате прямо из дома, без поддержки компании. Вся помощь, которую я получаю от моих дорогих админов чата. Я провожу собеседования с директорами от 6 уровня и выше. Ну вот, друзья, такие хорошие новости от мистера Диего. На дворе уже 20 августа, 2/3 августа прошло, осталось всего 1.5 недели. Когда там мистер Диего собирается возобновлять выплаты и восстанавливать великую компанию, для меня большой вопрос. Посмотрим. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.